Шайба. Владимирцы в атаке. Заходит с правого фланга. За воротами. Обратно. Пас на капитана команды. На башу Дениса, который забивает четвертую шайбу в этом матче. Никак не получается у гостей придумать какую-нибудь атаку, чтобы отыграть хотя бы еще одну шайбу. Владимирцы активно проходят на данный момент по левому флангу. Игра сейчас в центре поля. Баша шайбой, центр. Бросок в ворот. Шайба попадает в защитника. Владимирцы в атаке. Опять баша шайбой. Пас. Суета. Суета на пятачке у ворот гостей. Игра приостановлена. Уважаемые телезрители, рядом со мной находится Максим Байрак. Один из энтузиастов владимирского хоккея. Максим, как оцениваете сегодняшнюю встречу? Ну, встреча проходит интересно. Наша команда уверенно себя чувствует на льду. Собственно, это отражается на табло. Уверенно во втором периоде уже. В середине второго периода счет 6-1. Пацаны заряжены на игру. Все это ощущается. Поддержит трибун. Вообще атмосфера сумасшедшая. Очень здорово. Наш клуб остался в меньшинстве. Сейчас есть возможность у гостей отыграть хотя бы одну шайбу, пока они находятся в численном преимуществе. Сейчас идет активная борьба. Владимирцы обороняются рядом с своими воротами. Прижимание бортов. Попытка. Игроки хоккейного клуба Владимир очень жестко сейчас играют и переходят в атаку. Розыгрыш у ворот гостей. И гол! Шестой гол. В меньшинстве. В меньшинстве удалось провести контратаку и забить шестую шайбу гостям хоккейному клубу «Краска». Настоящие львы играют в хоккейном клубе «Владимир» в меньшинстве. Выдержать массированную атаку со стороны гостей и провести контратаку, результативную контратаку. В меньшинстве. Была заброшена уже шестая шайба и пятая шайба хозяевами льда.